Привет. Hello. Wow, wow, wow. 19-го года. Мы находимся в Португалии. Атлантический океан. Не знаю, чем заняться. Куча места, океан, шмокеан. Вон там бинокль у меня внутри стоит. Это первый выпуск моего iPhone-блога. Жалко кроссовки, конечно. Вообще, Португалия прикольная. Наверное, одна из моих любимых стран в Европе. Ну что значит любимых стран? Для путешествий. Ну честно, путешествовать не надо. Самое главное, чтобы были море и горы. Каждое путешествие. Море, горы, хорошая еда. Все есть. Все есть в Португалии, и еще и алкоголь. Иди себе налей что-нибудь выпить. Я заснял. Вести свою передачу в айфоне не так уж и просто. Отнимает много сил и времени. Чё-то я проголодался. А. Этаж красных фонарей. Сейчас покажу, где живу. Моя новая квартира. Квартира, машина, вся жизнь на прокат. Ништяк, чё, жизнь удалась. Я и говорю, пацан пробился. У него океан за спиной. Фокус не на мне, вот на мне. Как я выгляжу, но... Ну, я так, ничего необычного. Просто на океане в Португалии. Чё, обычная хата. Обычные тусы на закате мы делаем. Когда я в клубе, чипсы танцуют. Короче, вот так и живу.